На штабе по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских озвучил цели, которые президент России Владимир Путин определил в качестве приоритетных для нашей страны. Во-первых, это сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. Во-вторых, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. В-третьих, комфортная и безопасная среда для жизни. В-четвертых, экологическое благополучие. В-пятых, устойчивая и динамичная экономика. В-шестых, технологическое лидерство. В-седьмых, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. В рамках года семьи президент подписал указ о многодетных семьях для реализации мер их социальной поддержки. В Ульяновской области по указу губернатора от 15 мая расширили категорию многодетных семей. Теперь многодетной будет считаться семья, в которой воспитываются трое и более детей. Если старший ребенок учится в ВУЗе, на очной форме или служит в Вооруженных силах России, семья, в которой он воспитывается, будет считаться многодетной до достижения им 23 лет. По указу, подписанному Алексеем Юрьевичем, все меры социальной поддержки, которые также указаны президентом или рекомендованы для принятия в субъектах Российской Федерации, у нас учтены. Да, есть у нас введены критерии нуждаемости до определенных мер социальной поддержки, но хотелось бы сказать, что, во-первых, указ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. На территории Ульяновской области успешно реализуются два национальных проекта – международная кооперация и экспорт, и малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. По итогам первого квартала 4 месяцев 2024 года все показатели национального проекта «Мало-среднее предпринимательство. Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выполняются с большим опережением. Более 40% исполнения показателей уже достигли за полгода годовых значений. Хотелось бы сказать, что по итогам 4 месяцев количество субъектов мало-среднего бизнеса, зарегистрированных в Ульяновской области, составляет 44 тысячи таких субъектов. Мы приросли на 3%. По итогам 4 месяцев 2024 года в Ульяновской области на 97% выполнили показатели нацпроекта «Жилье и городская среда». Для достижения всех показателей необходимо завершить реконструкцию систем водоснабжения, установить станцию водоподготовки в рабочем поселке Новая Майна Меликесского района. Качество воды улучшится для 3000 жителей. Также завершим строительство водопровода от поселка Октябрьский до поселка Мирный и рабочего поселка Чердаклы. Здесь качество улучшит около 15 тысяч человек. Техническая готовность данных объектов на сегодняшний день составляет порядка 85%. Для комплексного решения вопроса водоснабжения населенных пунктов Чердаклы и Новая Майна также завершается проектная работа. От вопросов водоснабжения перешли к культуре. С 28 мая по 1 июня в Ульяновской области в 15-й раз пройдет международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души». Фестиваль станет центром семейного общения. На 50 площадках пройдет более 150 кинособытий. В числе детских программ, участников фестиваля и программа 200 издательского дома «Ульяновская правда». Впервые детские программы будет оценивать детское жюри. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.